Это ж вот недаром там, как мы поднялись на эту гору там, то рядом Украина, а есть такое место, где, ну, Словакия, Польша и Украина там близко.
Ну, уже больших городов не будет до Варшавы. Будут такие какие-то непонятные какие-то. Это, наверное, вот эти Мазуры, там около этого Балтика, это там, наверное, равнина в основном. Озера эти мазурские. Ого, какой туннель длинный. Мы еще такого не проезжали. Снимается, это не поезд Святой Петра? Не, это туннель. Это туннель Святой Петра? Да. Да, с той стороны тут. Там тоже. О, другой. Какой-то здоровый, если будем проезжать, может он с той стороны. Костел какой-то огромный. Ну, вот что-то он. Mm-hmm.